Но это война. Я был маленький. Но вот как я, когда я осознал ее, ну это осень 41-го года, и я стал вот так все осматривать и людей, и как отношения. И вот мне кажется, что с того момента я мало изменился. Еще было такое сильное впечатление, когда я стал ездить за границу. Вот на Кубе я работал. Я видел переход состояния людей. Это 66-й год. Через, значит, 6-7 лет после революции. Вот две когорты молодежи, да, которая была до революции, выросла, и уже после революции. Вот это уже такой шокирующий, такой разница. И это для меня очень... Ну и потом было очень много всего обсуждения там. Туда съехались много из Европы, из все вот философы. Они все это вот этот феномен. Это мы-то, наша революция была очень суровая. Гражданская война. А вот увидеть такую революцию, которая, которую прикрыли большими так силами, культурными и там, и не было необходимости вот таких столкновений. Вот это очень-очень на меня сильно повлияло. Я ушел из своей любимой профессии, это химик был, и стал заниматься этим самым.